Чё-то музыку говну какую-то включит по радио. Ты нахуй натин. Да. Скажу потом. Я готов. Да, я тоже. В трусах пойдешь? Похуй. Нормально. Контент 18+. А ты стрим запустил? Да, Снуби, привет, как там в пубге? Да, тишина вообще. А что-то у меня оповещение не пришло. Да, только запустил. На основном. Да. Блин, альт нажимаю. И щелик тоже крутится. Не знаю, не крутится ничего. Да, не знаю, у меня баг какой-то, блин. Бывает, у меня тоже такое бывало. Парашют раскрыл, теперь можно смотреть. Прямо типа. Так, ну с нами. Ой, блядь. Лучше не смотреть налево. Блядь, мы тут по работе пишем. Не въебал. С нами упали, да? Да, там слева было. Три команды, короче. На руинах. Ага, плюс. Я тут возле тебя. Я тоже слышу. Нету ручки никакой. Какой там, блин, не прицел ни хера. Да чё, сука, не берет нахуй, из инвентарь не поднимает, ёбаный в рот. Броник ты побрил, да, тут второй? Да.
Блин. А? Почему? Заблудился в этих руинах. Алло. 570 рублей, 570 рублей. Да. Да у меня что ли ходит, да-то не пойму. Че, видишь кого? Угу. Мэтку. Тихо. Мне надо от первого играть, не могу от третьего. Я в смоках, Саня. Вроде больше никого не слышно. Видишь, я как знал, что смог надо кинуть, блядь. Причувствовал. Да. Хорошая тактика у тебя. Заранее подготовил, блядь. Говорит, играть не... Да это, блин, этот, как его, случайность вообще. А, ну то, что он тактично, да, дым завесу сделал. Показалось, как будто бы. Как будто бы показалось. Едет. Беги, беги. Бля, быстрее беги. У тебя в доме здесь чисто? Мне 10 патриков только осталось. Каких? 45-е. Вот здесь есть. Ну ты выучила? Можешь пока сидеть. Ну, мама придет, потом проверит. Если все нормально, продолжим.
У меня фаерган есть. Ништяк. У меня тачка есть. Ништяк. Поехали. Пока нету. Долутывать не будем здесь, ничего. Долута надо нас, но. Я бы, допустим, броню себе еще обновил. Что-то тачка укатилась куда-то. Поехали в зону. Давай. Нормально. Блять, по нам стреляют. Ну, с горы там, сзади. Обижены, что у них транспорта нет. Иксовку надо какую-нибудь. Я X2 нашел. X2 есть. Вертикалки нету. Нет, сам с этим, блин. Называется-то. С легкой бегаю. Палево. Ты наверху запустил? Хлебщики дропают. Видишь кого-нибудь? Ну, они здесь вот. Где-то. Возможно, уже дорогу перебежали. Я его не вижу. У нас еще сзади. Ну да. Те, которые в спину стреляли. Там два тела, короче, на желтый. Иди лутай, друг. Оп, право. На мне. Уже на тебе. Сука. На дропе один, один на дропе. И сзади в спине.
Я за деревом сиди. Блин. Это тебя отбивает, да? Я не смогу тебя понять. А, ну. Чё добили? Да, этот одного убил, блядь. Там, да, где-то там, смотри. Ну, там два. Блять, в доме есть. Да лутать дроп. Есть тут, да. Ага, вон лазит. Дроп лутанный? Нет. Он ушел. Аптечку издани. Боликами закинь-то. Вот он, справа в доме. Да, маленько. Да, вышел. Он меня заметил, мне кажется. Вон он. А? А? Сейчас Богдан ползать будет. О, блядь, зона далеко. А у тебя машина есть. Вон машина. Mm-hmm. Заебись. Блин, аптечек нет. Но надо было меня лутать. Тебе надо кого-то убить, чтобы забрать аптечку. Только все мне пизда. Я вышел, чтоб ты не ждал. Я так и понял. Ну, пивахуй, наверное. Ржет. Да. Так мы, блядь, всегда играем. Это еще, блядь, по киллу сделали. Паровозик. Лоб. Нет, мы обычно паровозик играем. Один лопнется, да. И все такие. Вокруг него, блядь. Алешенька. Мы своих не бросаем. Да-да-да. Нормально смотрится кроссовки. Ага, охуенно. Снимай, блядь. Ха-ха-ха.
Прям, конечно, прикол был, 22 человека, да? С Русом играли, не со мной. А, ну да. Куда? Пикадо. Аудитория долго не ждала. Долго не Я бы отсюда начал. Блин, тень свою увидел. Думаю, челик уже приземляется. Ну, с нами. А, нет. Да. Сука. Прямо этот ангар упал. А у него нет оружия. К тебе заходит. Не подбирает оружие, странно какой-то. Это прям снайпер там. Принес нихуя на ушалах едут. Это до тебя доковылил, да? Нет, это я его туда занес. Нихуя какие. Слушай, у нас мотик есть. Один килл. А, на корейке. Точек открыл, да? Ну, не в этот раз. Вчера еще. Никак продолжить не могу. Что-то лагает сильно. Здесь миники есть. У тебя пятерочки есть, что ли? Нету? Нет. Ну, короче, этот пятерки не оставь. Этот не забирай его здесь, этот миник возьмешь. И глушак тоже на него. Бля, что за лаги, сука, надо перезапустить там. О, ДБС. Взять, что ли? Пробуй. Елочку тебе сейчас скину. Пятерки тоже. Шлем надо найти. О. Нашел. Так, что у нас по зоне? Фига пиликать. Опасненько. Легких путей не ищем, да? Учти, я стреляться не могу на мотике. Стопудово должно быть.
Вау. Так, сосиска лутана. Бля. Бля. Прохуярили колесо нам. Где он? Да, вон дружок у нас. Надо иксовочек какой-нибудь взять. Сука! Всё. Он штурмует уже. Да ну нахуй, арбалет от меня, прикинь, нокнул. Это пиздец полный. Да куда ты меня понёс, блядь? Кидай, кидай уже там, сейчас придут, блин. Как я его с колоса зажал, блядь. Вообще до самой жопы ему. Арбалет, видишь, смертельное оружие. Но... О, елочка. Новогодняя. А видишь, там, блин, как раз... Силу подвалили туда. Ну, тачку слышал. Я чё-то не понял, в тиммейт его вообще, блин, без шлема там был. Я вообще хуй знает, у меня слайд лагает что-то, блядь, прям слайдер шоу, блядь. По кадрово, а всё равно как-то хуёво. Тут лут она. Убить противника, пожечь его, тиммейта, сбить самолет там, добить. Окей. Там бы сегодня не выспался, наверное. Так, ну здесь все лутано, я так понимаю. На ДБС, если найдешь подарки, то осталось 18 всего лишь. Бля, к нам. Не к нам. Бля, не к нам. Опять байтишь, блин, выебал ты. А это уже возле нас. Да, это где мы байтились. Ты все, пошел, да? Я жарю, лагает у меня, не знаю, что за хуйня. Сейчас, наверное, сдохну, перезапущу комп. Хорошо. Блядь, беги. Добил? Вот здесь, нет. Добил. Крутой. О, блядь, крутой. Я крутой, сука. Тут бумаг есть. Пятерочки. Шар есть, может, на шаре выйдем. Давай. Семерок нету. А, блин, прикинь, мне кажется, брони-то вообще нет. Бля, я играть. Ну, только еду. Еще. Блин. Уехал. Это... Здесь намазано, что ли, всем. Там ну. Шар возьми. Там. Сейчас шар нашел. Блять, вот семерки, нахуй я эту МК взял тогда. ВСС-ка есть. X3, кстати. Да мне касочку мешало. Вот здесь была каска целая. Вот тут. Вот ты меня знаешь, как вот тут. Вот так. Я? Да. Это у меня шумодав, наверное, работает. Шумодал.
Вот колесо на байке прокололи. Бля. Да это ты зря, у нас колеса нет. Предлагаешь по полю бежать, бля. Быстрее, чем пешком. Да его, по-моему, за емкостью, бля. Но это не точно. Ясно. Ну, блядь, в зону привёз. Да, кстати, шар же есть. Что-то я туплю. Да, пойдём, наберу сюда. Здесь машина, тут есть люди. Я предлагаю все-таки вызвать на. Слышь? Да. Потому что через все вот эти, блин, заводы. Чего будет пройти? Все, вызывай. То ли в ВСС, то ли чё, блин. Блин, поймёшь, короче. Блядь, не туда кинул. Красава. Хотел под ноги кинуть. Ну, ты пиздец. Кинь под ноги, этот, смог. Жалко. Смотри, либо сюда, либо в ангары куда-то. Залетать. На эту горную паливно, да? Да. Да, пошка, давай на ангаре. Давай. С крыши начнем. На крышу. Да, на твою метку. Вот здесь вот. Надо будет приземлиться, да, на крышу. Там и сдох. Да. Будет нормально. Нормальный план, да. Зато не залутаю. Не упал? Не упал. Не упал? Нет. Конок, привет. Слушай, напиши свой ник. Ладно, я тебя тоже добавлю потом. Следующая катка. Здорово. Тебя как лучше звать? Конор или Хамзат? Можно Конор. Хорошо, так. Привычнее. Макгрегор? Да. Бля, упал. Бля, больно. Ты сколько? 8 языков знаешь, что ли? Сейчас, блин, жена звонит. Нет, просто некоторые слова знаю. Алло? Бля, бля, Сань, прям на нас, ты прикинь, я думал, это ты бегаешь. Под тобой, Сань.
Ты чё? На минуту стоять нельзя. Колём. Блять, блять. Всё не вторичь. Таня, ты слышишь? Да, слышу. Привет. Привет еще раз. Как дела? Нормально. Я сейчас недавно проснулся. А вот видел твое сообщение. Mm-hmm. Послушай, я зашел в игру. И не знаю, как к вам присоединиться. Я тебя добавлю, это ты, главное, ник свой игровой мне напиши. ВК либо Дискорде. Бля, какая хаишка хорошая. Папка имеешь в виду? Да? Сейчас. Мигин, привет, пацаны. Здорово, здорово. У меня, кстати, тот же ник, что и... Fired Ops и Contract Wars, у меня просто одна буква здесь. Ну вот это К, я тебе написал. Там просто одна буква К. Ты что, уже занято, что ли? Да, кто-то занял. Не успел я. Понял. Так, я тебя добавил. Толян, ты курить пошел или что? А, он перезагружается. Смотри, сейчас Толик перезагрузится. Кстати, в PUBG добавь, друзья. Я тебе прикол скину. Толян, перезагрузится и вместе пойдем. Сейчас тоже схожу покурить пока. Так, я получил от тебя вот. Ага. Команда 1, статус в сети. Так, я нажимаю здесь. Принять. Угу. Все, принял. Сейчас перерыв, как я понял. Ну да. Сейчас, Толян, перезагрузься, я тоже схожу покурю. Так, хорошо. Давай. Макс, у меня винда слетела, все пропало. Блин. Че у вас вот Новый год и начинается? Одно за другим, блин. Давайте уже. Давайте. Надо. Сань, ты завалил тех двоих внизу? Таня, кажется, отошел. А, он все. Эдикур.
убил. Я тебя добавлю, ты главное, ник свой игровой не напиши. Кальба. Бля, стоишь. Да? Макс, у тебя активация там полетела или что? Если активатор нужен, напиши, я тебе скину. Так, все в сборе, да? Я готов, надо нажать. Готов или? Ты, смотри, ты играл уже катки? Я вообще просто нуб. Ну, я понял. Слушай, может быть, обычный режим против ботов пока поиграем? Для него первая катка. Давай. Ага. Давай. Пока научится там лутаться, все такое. Давай, я не против. Берешь. Здесь ленку, самое главное лутать и бежать. Хорошо. За зоной следить надо. Готов, нажми. Все, нажал. Ну, сейчас на ботах, а потом в ранги пойдем сразу. Ты че? Он тогда удалит эту игру нафиг. Слушайте, вот это. Тут были вот эти как кастомные оружия, а чтобы их покупать, нужно как бы реально деньги потратить, что ли?
Это не кастомные, это скины просто на те оружия, которые в любой карте они лежат. Вот. Просто у кого-то обычно будет там заводские, заводской покраски, а у кого-то со скинами. И все. На характеристики оно никак не влияет. Только обвес, который ты берешь, там, там вертикалка, компенсаторы всякие, только это влияет на характеристики. Все, понял. Значит, мы сейчас против ботов играем? Да. Ну там есть щелики, но процентов 20, наверное, не больше. Это как Royal Battle? Да. Ну, да, примерно. Ага, понял. Понял. Катапультироваться, F нажать. Я всегда первый умираю в Battle Royale. Если чувствуешь то, что не долетаешь, нажимаешь Ctrl, ну, когда распустится парашют, и ты можешь дольше лететь. Чтобы ускориться вниз полететь, надо Shift зажать. Хорошо. Лечу. Ну, слева вроде бы не боты такие. Это слева люди. Да. На общаге. А тут вот эти тепловизоры и ночные видения не бывает, да? Нет, нет такого. А ночные карты есть? Ну да, бывало. Погода меняется, она просто там бывает тёмная карта, да. На Хэллоуин была ночная карта. Ага. Ну и в принципе можно потом посмотреть. Самое главное шлем найти и броню. Шлем и броню, да? Да. Ну и оружие, естественно. Хорошо, сейчас посмотрим, что тут есть. Так, там еще есть кто-то приземлился, шлем. Кто-то у нас. Вот, смотри, сразу шлем нашел и портфель тоже. Вот. Там тоже мешки делятся. Первый, второй, третий. Ага. Тут есть УМП-5, если кому надо. У Юмпика меньше всего отдача. Так что на первых порах можешь с ним пострелять. Потому что если возьмешь калаш или еще что-нибудь такое, типа берила, будет очень сильно оружие задирать вверх. Ага. Ну, короче, как в КВС-то без даты нет. Да. Вот то, что у тебя сейчас в руках, берил, это, ну, как будет отдача очень тянуть вверх, соответственно, надо будет мышку вниз уводить. Обычно берут как? Что-то на, для ближнего боя и на дальняк, типа снайпы с иксами. А отдачу можно как-то уменьшить? Только обветами. Да, вертикалку. Опять, вертикалку берешь. Ага. Ставишь, и будет отдача чуть поменьше, но все равно привыкать нужно. Вот. Компенсатор, елочку надо поставить, не пламегаз, допустим. Глушитель вообще хуёво с глушителем. А, вот глушитель не хватает сейчас. Увилмак надо? А? Увеличенный магазин умовой надо. Ну я возьму, если можно. Куда? Куда идти? Я тебе потом принесу, ты пока лутай, ты куда ходишь. А, хорошо. По-хорошему мемочку берешь, обвесы на нее. Если видишь врага, чтобы поставить на него метку для ориентировать тиммейтов, надо на колесико нажать Ctrl. Ой, просто на колесико. Так, возле нас тут бот на улице бегает. Просто на колесико, да, это отметить надо, так что ли? Ну, прицел смотришь, нажимаешь на колесико. Вон, и... здесь вот я метку поставил, бот ползает, можешь добить его. Ага. В общаге смотри. На желтой метке. Вон есть наверху.
Есть наклоны влево-вправо. Хуе. В общагах вижу. Так. Я нашел здесь М16, мне его поменять на этот или как? Что посоветуете? Ну, у тебя юмпик есть. В принципе, для ближнего боя да, нормально. Главное, чтобы патронов было побольше. 45-е нужно тебе. Угу. Вот, а потом снайпу какую-нибудь найдешь. Там М24, Мосинка, либо Коряк. И иксы. На снайповое оружие нужно 7, как правило. Хорошо. Ты туда, в общаге пошел? Угу. Так. Увеличенный магазин, это ты оставил, да, Молчанка? Не-не-не, я его до сих пор ношу. А, я здесь нашел еще. Ну, все, возьму. Я, значит, выкидываю. Давай. Так, моего засилили, что ли, получается? Не пойму, блять, откуда стреляет. Тихо. На крыше. На мне, Саня, в доме. Тебя ранили, что ли? Уже убили. Вначале нокают. В доме моем. В этом доме, да. Двери F. Ой, блин. Справа. Что-то быстро. Блин. Дух зарядный у меня. Это было быстро. Ну, видишь, как мы не так сильно от тебя отличаемся, поэтому. Mm-hmm. Добро пожаловать на шутимку, да? Чё, Русика не хватает? Выйти в лобби нажми. Выйти в лобби? Так. За ранги дают призы? Нет еще. Так у меня прошел с 14 уже. Или какого, с 13-го? Где там, блядь? А, ну да, за 14-й. За прошлый. Ой, так, отмените. Обычно пойдем или так же, против ботов? Да, без разницы. Давай еще раз попробуем. Стример через вы, короче, блин, у меня, видишь, на весь экран. Поэтому я чат не вижу, не смотрю. Жми готов. Конор? Я. Я готов. Еще раз попробуем. Да, куда-нибудь там более-менее спокойное место надо прыгнуть. Долго ищет. Че, перезапустить? Да, да. Еще раз нажмите.
раньше онлайна было меньше и быстрее запускалось. Сейчас играю 470 тысяч. Таня, ты мою новую прическу заценил? Да, вообще шикарно. Знаешь, в чем прикол? Говори. Это не волосы. Давай обычную тогда, что ли? Только долго грузит. Ну, давай поменяю сейчас. Обычно сыграем. Здесь уже все челики будут. Ну, может быть, процентов 10, наверное, ботов. И то не факт. Ну, такие, как мы, есть. Челоботы. Челоботы. Предлагаю сюда полететь. Налево. Ты можешь, кстати, прицепиться там к Толяну или ко мне. Видишь слева парашютик значок. Все, вылетаем. Вылетаем. Это когда вот летишь в самолете, если на карту нажмешь М, а показ карты будет. Потом можно будет выбрать, прицепиться к кому-нибудь из тиммейтов. Так, хорошо. Ну, туда мы, наверное, не долетим. Сюда давай. А, тут челиков, блядь. Ват. Давай вот здесь вот по пути. Контрол удерживай, Конор, а то слишком вниз уходишь. Контрол. Кажется, я слишком поздно открыл парашют. Ну, контрол удерживай. Контрол, да, нажми и лети. Контрол, контрол. Контрол. Контрол нажал, контрол. Ага, и дабл. Все. Вот и прилетело. Тут на крыше есть вот это Scar L. Угу. И возьми. Бронежилет, если надо. Я уже взял. Патроны забери. Ты с кем играешь? У меня калашников. О. И тут еще внизу есть пистолет.
Пистолет и... это так, если в транспорте едешь каком. Ага, еще дробовик. С1897. Нужен вам такой? Пока нет. Хорошо. Ты сейчас пока себе набирай, что нужно. Угу. Это себе сами найдем. Говорю, хорошо, зай. У вас там всё, транспорта не было, наверное, да? Конор, пойдем, я там уже все залутал. Ничего там нету. Хорошо. Я за тобой. Ты смотри, у нас сзади сквад. Здесь миник. Узибу. Пятерки нужны, что ли? Нет, на семерках. Вот X нажми, и вон оба оружия спрячет за спину. Так легче, быстрее бежать. Ага. Так, мне к вам надо. Если на знак плюс поставь этот нажмешь, точнее равно, то автобег включится. Он сам будет то бежать. Он сам будет бежать. Да. Ага. Понял, понял. Ну только по прямой. Ты только мышкой управляешь. Там ага. Влево вправо не нажимаешь. Понял. Осматриваться, когда бежишь, можно удерживая Alt. Влево-вправо поглядывать. Он все равно будет в том направлении, в котором ты бежишь. Так же двигаться. Хорошо. Хочешь? Он же на зарядке. Ну возьми, будут звонить, перенесет. Миник есть. X8 можно поставить только на снайперские и марксманские винтовки. На штурмовые типа калаша уже X8 не поставишь. Калаш, семерки лежат. Шестерка есть, надо? X4 сбросил. Почечку тоже сбросил. Шестерку надо? Не, нет. Я... Нет. А у тебя какая снайпа? Не, смотри, у него уже этот есть Винчестер. Я тоже с Винчестером. Вот да, Винчестер у меня. Да. Нашел. Тебе что-то нужно для ближнего боя просто. Эти еще. Ну, можешь с калашом, либо дробаш, либо ППХ. А вот эти прицелы как меняются на оружиях? Тап нажимаешь, тап, и просто перекидываешь куда чего нужно. Здесь вот, допустим, я X4. Да. Ага. Вот тут вот. X4 и просто коллиматор есть. О, отлично. В ангарах был вон в тех зеленых? Нет. Тебе на калаш, получается, нужны эти семерки. Патроны.
Для ближнего боя лучше бери коллиматор точку, потому что, блин, замучишься отдачу ловить. Так, 6. Так. У меня есть тут красный коллиматор. Да-да-да, вот его поставь на калаш. Все. Все, погнали. Этот винчестер мне нравится. Ну да. Хорошая штука. Вон Томпсон тоже ППХ. На ближнего, да. Для ближнего боя нормально. Можешь семерки сбросить. И калаш тоже. Наоборот, выбери калаш и возьми оружие. Вот. А как у нее с отдачей? Ну, она полегче. Да? Да, нежели на калаше. Попробуй зажми в стену, увидишь. Кстати, вот патрики еще тут. Да, неплохо. Вот здесь патрики еще возьми. Аптечки есть? Аптечки у меня нету, по-моему. Вот. Все. Уже стреляют. Это я. Отдать. Байтит. Поехали. Так, для, на увилмаг, вот здесь вот, на ППХ, короче, возьми вот эту вот штуку. Да, Уткин, ау. Взял? Кстати, СЛР здесь есть. Ален, будешь брать? Ты на месте? Дай ему трубку. Вот этот вот рюкзак, он от зоны. Если вдруг синяя зона тебя опередит. Ага. Она спасает. Так, они... взять его, да? Да, возьми, ему, возьми, возьми. 9 листов шестерки НК квадратной, напиши у стен. Да. Сейчас отлично. В ангар еще чуть-чуть. НК квадрат, пытаюсь. 9 листов. Вот тут вот 45-й патрон еще есть. Давай. На, Тась. Все, кажется, у меня портфель полный. Ага, сковородку возьми. Воротка спасает, если, допустим, тебе в спину кто-нибудь выстрелит. Отрикошетит. У тебя мешок какой, посмотри. Первый, второй. Как узнать? У него энерго, энерго, который. Это второй. Второй, да. Болики собирай их постоянно. Слушай, вот юмпик тут есть. Поменяй Томпсон на юмпик. Так, я сейчас отойду. Okay. Минуту. Хорошо. Стас, дай второй телефон. Да. Здравствуйте. 290 рублей лист. 1.22 на 2 секунды. Нет, такого нет. У нас только вот этот стандарт 2.14 на 122. 2.6. 290 рублей. Да нет, что. Угу. Чё, надо в зону. Ты на велике? Нет, я без них. Ой, вы вообще хуй знает где. Там квадрик должен быть у вас. Угу. Нашёл? Да, нашел. Thank you.
Этот Коннор совсем вышел, что ли, с игры? А, у него же. У него же этот, как его? Энергетический рюкзак. У тебя вертикалок нету? Одна. Лишний? Нет. Ты про лишний, лишних нет. Давай ему машину оставим здесь. И поедем. Ты езжай. Я дождусь все. Да. Где квадрик тебе бросил? Да у меня здесь он. Ну, говори. Все, уже пошла его хавать. Привет, я вернулся, извиняюсь. О, все, поехали, нормально. Где вы все? Здесь, ко мне подходи. Вон, здесь, Саша, подходи. Да. У тебя аптечка, этот, бинты есть? Аптечку я взял, вот эту большую. А. Короче, смысл какой от бинтов? Когда вот мы сейчас в транспорте, ты аптечки юзать не можешь. Можешь зато бинтом хилиться. Хорошо. Так, я думаю, мы теперь... А почему у нас жизнь не заканчивается? Жизнь заканчивается, потому что мы все не зоны. Да, убивает она почему. Да, поэтому мы идем сейчас в зону. Вот зараза. Первая зона потихоньку, вторая быстрее, третья еще больше убивает. Да. Ну, соответственно, повозрастать. Можешь похилиться немножко. Так, где тут аптечка? Болики тоже ешь. А, подожди, я тебе бинты сброшу, аптечку не трать. Так, подобрать. Mm-hmm. Как использовать? Правой кнопкой и... Ой, тап нажмешь и правой кнопкой на бинтах. Бинт. У меня 13 штук этих бинтов. Ну все, вот. Ты можешь просто на ходу... Садись. Здоровье. Транспорт. Ой-ой-ой-ой. И теперь можешь нажать таб и хилиться, бинты юзать. Таб нажми. Нажал. И на бинтах правой кнопкой мыши. Она его трясет, он не может хиляться. Может, я аккуратно еду. Так, сейчас используется. Все, да, вроде. Ну, наверное. На транспорте только пистолетом можно, да? Да. Если в машине, то и с автомата можно. А такие как мотик, квадроцикл. А вертолет на самолет есть? Есть дельтаплан. Так. Дельтаплан? Угу, давай пересядем, F нажми. Молчанка почему-то далеко. А, он лутается там. Это же игра про лут. Толик, с нами на машине поедешь? Я на баге. Ну блин, отстреливаться, хилиться. Нормально, нормально. Эта карта похожа на одну карту из GTA San Andreas.
Там было такое место. Пустыня. Кстати, на М нажми, карту увидишь. Да. Ну. Здесь вот эти круги. Белый круг. Нам туда надо? Угу. Там как раз белый круг в зону надо. Ага. Так, на горе тут есть. Кто-то. Угу. Сейчас сюда так. Пошли, вон идут. А где мой снайпер? Сюда ушли. Слишком сильно не выглядывай. Вон бежит. Вон. Прячься. Ого. Уже стреляет, я аптечку использую, наверное. Или бинты. Угу. Так, да, один да, на втором да. Этаже. В городе, Сань, в городе они. Так, меня нокнули. Ко мне подбегай. F нажми, поднять. Ой, блядь, на мне двое. Хаешки, на мне двое, Саня. Ой. Гандоны. Блядь. Сань, ты живой? Угу. Блин, со второго этажа, походу. Эти двое пошли решить, а один на втором этаже оставался там в доме. Угу. Выйти в лобби, да? Да. Так, потихоньку научишься говорить. Так, я на перерыв пойду, если вы не против. А, ладно, хорошо. На 5 минут. Mm-hmm. Давай. Что, тоже пойдем покажем? Пойдем.
Тонер еще не подошел, да? Я пришел. Конор еще не подошел. 21 урон сделал. Почти как ты. Привет. Я здесь. Ага. А. Че ж, не готов? Чего, Зак? По контракту Варсу будет лайв стрим. Я думаю, пока разработчики не починят вот этих, которые кикают, смысла запускать нет. Ну, по крайней мере, официальных стримов. Хорошо. А так, насчет того, чтобы тебе стримером быть, подумай. Я тебе помогу, если надо будет там в настройках чего-то сделать. Ага. Второй стример нужен. Ну я здесь, если что. У тебя какая видеокарта там? 1070 Ti. О, вообще шикарно. Все потянет, думал, короче. Да, думал новый купить, но эти цены просто ужасные. Ну да. Смотришь на них, да, и сердце уже болит. Уже и стримить неохота. Так, у меня оружия вообще нет. В прошлом году, по-моему, это в декабре было. Были скидки. И там была скидка всего лишь на то ли на 10%. Ну, где-то так. Ну, 10-70 тебе хватит пока еще. Да. Нормально. Так, возле нас кто-то приземлился. Или это ты? Ага. Это я. Это я. Покидаю. Вот здесь вот 12К сайга есть. Возьми. Шлем. Он шлем сам взял. Шлем тоже нашел. И рюкзак. С ним проще убивать. Только на ближних расстояниях. Ну да, или вот еще. Отряд, да, или как? Да, Патрики, вот еще здесь. Так, у нас мотик есть. Классный портфель нашел с крыльями. Угу. Надеюсь, можно полетать с ним. Вот еще Томпсон есть. Для ближнего боя. Как вариант. Так. О, еще шлем. Отлично. А здесь дрон нашел. Можно дрон запустить. Да. Ну, он занимает целый слот оружия, поэтому его в основном не берут. А, нет, тогда не буду. Э.
Что есть там? А. На скорости не выпрыгивай. Не выпрыгивать? Да, на скорости 70 сразу умрешь. Хорошо. Надо будет запомнить. Ну, как останавливается, либо маленькая скорость. Вот снайпа КБУха. Возьми вот здесь. Поменяй Сайгу на эту. Либо Томпсон. По тебе. Ну, пусть вот так. Пятерки к нему. Лишние что патроны это? Там убираешь, если не нужны. Угу. Которые не пользуешься. Здесь Увилмак и Икс тоже есть на него. Иди, да, подойди сюда, Конор. Где ты? Вот. А, вот. Так, я семерки сбрасываю и компенс. Елочка. Что у тебя? Вот, Конор, подойди сюда. Вот здесь вот Увилмак на КБУху и X4 поставь. Прицел X4? Да, X4, это на снайпу на КБУ. Потом здесь пятерочки еще вон зеленые валяются тут. Вот эти тоже возьми. Так. КБУха, она стреляет одиночными патронами, но хорошо вдаль вообще. Сейчас я поменяю эти прицелы. Я вот, допустим, назначил. Да, назначил кнопки. Допустим. Там на единицу поставил первое оружие. Uh-huh. А точнее, она уже стоит. Вот, короче, как тебе удобно, так назначаешь. И, допустим, в экстренной ситуации быстренько кнопку нажимаешь и переводишь там, допустим, на оружие ближнего действия. А уже синяя зона приближается. Здесь тоже КБУха. Взял елочку? Да, взял елочку. Пойдем. Я поставил дополнительный магазин. К нам подходи, мы запустили парашют. Сейчас надо будет прикрепиться и полетим снова на самолете. Да. Так, иду. Здесь надо прикрепиться? Да, F нажми. Все. Сейчас куда-нибудь сиганем. Я это дополнительно. Я думаю, куда ты сюда приземлиться, Толян. О. Труп. Ну да. Сани, тут вот это в Хопсе есть такой режим, где можно поменять в прицеле есть вот это два режима, которые можно поменять. Да. Я не знаю. Ага. Комбинированный прицел такой. Ага. Да. Вот здесь есть вот такое. Если вот Винчестер, допустим, который ты брал, и ВСС, если еще найдешь боковой прицел, то можно, да, там Ctrl, нет, Alt жмешь и правую кнопку мыши. Alt и правую кнопку мыши, да? Да. Хорошо. Потом в настройках тебе надо будет еще поставить, чтобы автоматически обвесы, которые ты собираешь, они сразу на оружие тебе оставились, которые... У тебя активная в руках, допустим, он сразу будет туда ставить. Хорошо. Тут люди. Так ты не туда полетел? Да я знаю, я так, блять, в разведку летал. На горе люди там. Бля, боликов нету вообще. Тут каска вторая. Иди одень, Конор. Там каска вторая. Я прикинь, до сих пор без брони. Тут да, еще... есть. Вот это белый? Да, это вторая каска. Ага, все, взял. Горный велосипед? Да.
это можно брать, ездим. И, кстати, складывать в рюкзак можно, если место есть. Круто. Десантировался так, потом сразу на велик. Ага, я взял его. Так, блин, брони же не было, да? Здесь первая есть. Возьму. Все игроки здесь в основном ориентируются на звуки. Поэтому, когда нужно подкрасться, лучше контрол удерживай и будешь тихонечко идти. Хорошо. Контроль. Ну, потом до автоматизма все у тебя придет мышечная память там. Отлично. Допустим, потом зайдешь в эти тренировочные игры против искусственного интеллекта, типа, ну, там чисто баты будут, там людей уже не будет. 10 каток. Можешь потренироваться, отыграть. Там челики были, хорошо. Как раз, куда ты побежал. Я понял. Они тебя не заметили? Не знаю. Не стреляли по мне, значит, не заметили. А пока я сижу, никого не вижу, не слышу. Ну, они, походу, свалили. А на Томпсон есть вот какие-нибудь коллиматоры? Или он просто без этих работает? На него как раз... На него идет только красная точка коллиматора. Ага. Мухта тоже другая ставит. Другой пристал. Иксы уже не ставятся. Ну, иксы нет. Понял. И компенс туда только глушитель на ПП подходит. На юмпик можешь и пламегаз, и компенс, и глушитель поставить, а на Томпсон только глушитель. Да, я вижу, там файтер убежали оттуда. Тихо, машина. Угу. Это моторикша, блядь. Где-то рядом стреляют. Толян байте там. Пацаны, вы переживали, блядь. Ты третьего тоже добил, да? Да, конечно. Молодец. Огурец. Как соленый огурец, да? Сколько тут вещей? Вещей-то до хрена, а вот боликов ни хрена. А? Вот это поворот. О, одежду возьму себе. Да, беги. Классная одежда. А тоже какие-то новички. Что, прям... Лазерный прицел. Легко они дали. Лазерный прицел, он больше для пистолета, когда вот едешь и стреляешь от бедра. Uh-huh. Вот, а на дачу он не влияет. Лучше брать, если на ПП, то вертикального. Этот черная рукоятка такая, либо красная. Тогда не буду. Думаю, не надо. О, нашел коллиматор. Отлично. Беру. Тачку. Тихо, тихо. Итальян. Метку можешь поставить? Понял. Здесь грузовик идет. Да, это дроповский. Если его взорвать,
то там можно хороший лут взять. Но не хочется шуметь. Так. Пошумим, блядь. Вот так. И все. Своя пошла. Они сейчас сюда на нас снизу будут идти. Так, вижу челик. А, бот. Где? Бот. Конор, убьешь бота? Бежит сюда. Где? Вот, метка желтая. Поставил. За дерево спрятался. А, еще в спине. А, сзади что ли? Да. Вижу. За дерево спрятался он. Так, тихо. Смотри на него, на желтую метку мою. Смотрю. Так, сейчас возьму габау. Вон там вижу. Вот, убей его. В голову стреляй. Вот, молодец. О. Первый одно килл. Угу. Так. Чем больше киллов, тем больше очков тебе будут давать. Быстрее левел будешь брать. О, синяя зона. А мы пока вдвоем здесь. Кайфуем. А что, есть какие-то болики? Так, у меня один болик только. Вот здесь в кемпах. Болик? Что такое болик? Энергетик. Болеутоляющая. И энергетик, если их выпивать, то будет восстанавливать здоровье. И будешь быстрее бегать. Хорошо. Вон там люди. У меня есть бинты. 4 бинта. Старайся всегда быть возле укрытия. В случае, если по тебе начнут работать, чтобы мог спрятаться. Угу. Вон там люди, говорю, есть. На моей метке двое. Я понял. Всё. Очень далеко. Очень далеко, да. Не может, я постараюсь обойти их, если можно. Не надо. Нам сейчас в зону нужно валить. Хорошо. Тогда отбой. А мне тихонечко. Попадает. Машина. Это дропуски. Вот, смотри, красавчик. Там еще один в зону у них прижал. Mm-hmm. Давайте в зону пойдем, уже зону догоняет. Mm-hmm. Сейчас, возможно, нас встречать. Бежит, лево бежит. Метку. На него бегу. Так. Зону сейчас съест. Тихо. Тогда пойдем в зону. Блять, куда он делся? Играют синьки. Ильца. Где-то под нами, прям рядом. Вижу.
Сейчас. За камень прячься. Убили или как? Нет. По-моему, ничего там. А на дропе где челики? Убили, не помню. Убили. Аккуратно. Так, зона пошла. Бунок, ко мне подходи. Куда за камень? Пять боликов нету вообще. Пойдем к этим камням. Бунок. Синька. Эй. Бегу. Ой-ой-ой, по мне попали. Ладно, бегите. Сейчас синяя зона, она быстро просто этот. Блять, откуда? И по мне. Сань, я в тебе за камнем. Вы умираете за пределами игровой зоны. Угу. Да. У нас здесь слева должно быть еще челики. И справа вот этот, а есть маки? Нет, нет. А? Нет, ма. Нам бежать, блядь, надо. К ним, да? Слева. Блин. Блядь, зона пошла. А я зону пошла, я тебе хуй дам. За камнем. Кетчуп 193. Вот уже килы пошли, да? Вот он, да. Да. Убийство один. Рекорды будем делать. Ну что делаем дальше? Куда? Ну, так же. Так же? Сейчас, Толян. Толян, ты чё? Ничего. Слышишься? Блядь, не жмётся готово. Он жми. Макароны не будем кушать? А? И заказан. Сейчас я это пойду покушаю. Прям сейчас? Ну, после этой катки. Слушай, давай я тут, блин, еще две катки и все. Я тоже стрим завершу. Тоже покушу. Потом будет? Ну, ближе к вечеру, да. Там. Час-полтора, наверное, посижу, поем.
Потом уже без стримов, наверное, просто так отыграем. А я покушал, пока мы играли. Уже? Ясно. Конечно, я же мультитаскер. Мультитаскер. А у тебя разница по времени сколько идет там? Часов от Москвы? 14.08 сейчас у меня. 14.08? Угу. Ну, час всего лишь получается. Да. То есть у вас сейчас 13.08? Да. Угу. Ты из Латвии, да? Откуда там? Ну, не совсем. Литва, Латвия. Я тебе вот сюда напишу. Угу. Секрет? Да. Ясно. И никому не говорить? Нет. Так. Получил? Да, получил. Давайте сюда сиганем. Самолет, короче, взорвется, и потом пол жизни не будет. Поэтому чем раньше прыгнешь, тем лучше. Ну, как правило, пол карты прилетает. Так, у меня здесь два первого уже есть. Я буду немножко медленно летать, так что вы можете там... Пофайтиться, да? Да. Да. А здесь можно купить такой комплект, который будет всегда при тебе и не надо лутать? Нет, нет, здесь такого нет. Нету? Да, в этом-то и прелесть, то, что все всегда наравне. Mm. Только ты оттачиваешь свое мастерство, ну, зажимать, там вот это, контролить отдачу. Понятно. А вы сами долго играете эту папку? Ну, я больше года. Угу. Здесь у нас двое, Толяна, если чё, где-то поблизости. Они вообще дальше упали. Дальше, да? Понял. Ну все, тогда спокойно лутаемся. Здесь шлем второй, если чё. Да, я могу взять. Угу. Я сейчас уже подлетаю к вам. На жёлтой метке. 200 метров. Возьму Томпсона себе. Да-да, возьми. Так тут по мне стрелял, что ли? Понял. Рюкзак нужен. О! Я тут нашел кастомный бронежилет. Какой? Третий? Такой. Второй. Есть. Такие желтые и красные краски. Ага, понял. Ну, это просто скины, короче. Я одел, снял, и получается вместе со скином снялось. Круто. Вот здесь вот коряк есть, снайпа. Толик. Ой, Толик, говорю. Это
Сейчас иду. Посмотрим. И пачечку на него тоже. Возьми ее. Это на второй слот, на дальний бой. Дальний бой? Угу. Пачечку тоже поставь. Меньше отдачи сейчас будет. Так. Ну как, второе оружие, обычно я снайпу на второе оружие ставлю, а на первое то, что нужно вблизи стрелять. Так, вроде у меня поставлено, да? Угу. Вот. Я иногда вот с этим оружием 18-97, с дробашом. Можешь Томпсона взять здесь еще одно. Томпсон был. Здесь шприц, кстати говоря, вот. Разбитый горшок. Тут есть М416, как он? Вот М416, ну да, хорош, но на него нужно обвесы собирать. Обвесы? Чтобы он, да, чтобы отдача меньше была. А так он вообще нормально. Mm-hmm. Здесь Томпсон есть. Можешь Томпсон взять. Так. Да тут много Томпсонов. Вот коллиматорный прицел есть, кстати. Возьму. Ты с 416 же будешь или с Томпсоном? Ну давай я на этот раз возьму вот 416. А, тогда тебе понадобится еще вот этот задник. Тактическая ложа. Угу. Ой, дверь закрыл. Ну и пятерки собираем. Так. Броня у тебя вторая, да? Да, вторая. Так, патроны возьму я. Хорошо. Едут. Уехали. Это ты стреляешь? Угу. Байтишь? Чё не церковь взорвал? Так, я сейчас отойду опять, извините. Ты не в ту сторону лезаешь. Я на крышу хотел запрыгнуть. Давай я велик ему оставлю. Там, кстати, внизу СКС-ка была. Мне не надо, я сменник. Так, Олег, всё. Так, едут. Толян, сейчас к тебе. Едут. На баги. А, нет, они прави поехали.
Колян, как у тебя там дела? Привет. Чуна пока. Конор накрыло. У него велик там приедет. О. Может, не приедет. Угу. Че, встречать будем? Да я далеко от тебя вообще еду. Все, я вернулся. Бери велик, у тебя там Конор. А где велик? Там у тебя перед носом я оставил прям. А, да? Так. Ну ты хоть метку давай, куда стреляешь. Один здесь. Один тут возле меня. Где-то здесь. Ага, вон один на баге. Я иду. Там смотри, мимо челиков будешь бежать. Ехали, там смотри, челики и Конор. Блин. Слушаешь? Где он? На Коноре. Нет, тут еще был рядом. Я убил его. Нокнул. Меня с велосипеда убили. Угу, все отлично. А че, баги взять, что ли? Я кольцо ей поколол. Вот здесь вот нокнутый, на этом месте. Нет, тут сразу сдох. Нет, вот здесь вот. Это тиммейт, я его сперва нокнул, а второго ты добил. Вон тут вот. Блять, увеличенных нету нихуя. Аптечки еще не стал брать? У меня 4. Ну. Очечки все есть, да? Я с миником. Так-то зона, блин, далеко. Я на велик. А да, поехали, чё? Какая здесь голое поле? Где спрятаться, хрен знает. Почему вот же домик сразу в доме есть, куда пойти? Thank you.
За тобой заехать? Я машину взял. Че, в кемпы? Ну да. Давай в левую. Увеличенных вообще магазинов нету, ё-моё. Он 24, 6x возьму, вон юмпик. Вертикалку черную сбросил. Зато он файт вообще. Ну весь рост файтится. Здесь походу просто не лутан. Убил маг на снайпу. Че, может дроном побалуться? Посмотреть, кто где. Попробуй. Получится. Получится. Конок, ты здесь? Дрон. Да, я здесь. Я он можешь, да, посмотреть. Сейчас я дрон запустил. Дрон запустил. Где дрон? Вот, посмотри я на меня, page down или page up, чтобы посмотреть на тиммейтов. А, вот вижу. Он действует в радиусе 300 метров. 300 метров, да, только? Угу. Ну, здесь вся карта видна. Вон там кто-то с машиной едет. Так, здесь челик бежит на тебя. Вот, бежит, бежит. Убили его, да? Да, там еще тачка приехала. Тачка куда поехала? Нам тоже. Ну, мы, в принципе, в зоне. О, бля. Моя на хайлки палки. Ола, орден не надо уже. Вон там. Хайл, кстати. Хайл. Вот и. Чего? Чего? Что, бьешь? Унца дюцешь? Нам тачка нужна, блин. Нереально. Где наш? Ты можешь бежать, я пока посмотрю за камнем. Когда будешь в безопасной зоне, скажешь, я тоже побегу. No excuses. Я за машиной, сейчас я к тебе еду. Будете меня толкать, я буду бить.
Алло. Добрый. Прямо, прямо езжай, прямо. Вот здесь вот, справа. Где-нибудь оставь. Вон, кемп. Да сейчас разговариваю по телефону, ё-моё. Дай, забирай телефон. Куда ехать? Вон дом, справа. Вот туда, вниз? Да. У забора оставь пока, вдруг кто-то есть. Блядь. Сверху. Да, со спины. Вон они. Мама, у вас здесь задание, ну? И вообще нет. И лата. Еще в спине где-то. Работали с тобой, Санка, двоих, да? Ну, не знаю, ты в основном. Не, одного убил я. Там же их двое было. Здесь на метке. Нихуя ты его там увидел. Слева. Вон там на метке. По машине стреляют дебила. По машине стреляют дебила. А, он там на крыше был. Им к нам идти. Ты смотри, справа тебя видит, наверное. Обходит слева. Мне броник надо поменять. Здесь есть второй. Где второй? В домике? Сзади тоже стреляют. Я в сейве. Сань, в сейве подними. Подними, подними, подними. Не пикайся с ними. Да не пикай. Да откуда он? Это сзади, сзади. Там одного же не добили. А как он увидел тебя, блядь, там? Ну, в спину, сзади. Вон, которого ты вроде как убил, а у него тиммейт еще был. Тиммейт жив остался. Так я так понял. Он сразу сдох прям. Малыш, привет. Да, нормально все. Че, хватит, наверное? Да, пойдем. Да, поужинаем. Может, вечером. Хорошо, я еще раз тогда покушаю. Давай. Ты, если что, не стесняйся, заходи там и в тренировки тоже можешь зайти. Там в тренировке. Я... Заходишь, нажимаешь тренировка. Угу. Потом выбираешь здесь средний режим, тренировочный матч. С искусственным интеллектом, с ИИ. Вот, и запускаешь там чисто против ботов будешь.
Хорошо, буду учиться пока. А сегодня еще продолжаем или что? Будем, но чуть позже. И уже без стримов. Хорошо. Тогда я могу и КВ, и Хопс поиграть там. Ну да. Надо контракты делать. Хорошо. Давайте. Хорошо, спасибо, всем пока. Пока. Спасибо. Пока.